Итак, вторая часть видео, и у меня что-то так сильно бомбит, потому что добавить банковскую карту — это очень большая проблема. Mi Band и Xiaomi, вы что там, охренели что ли? Почему мне не удается подключиться? Есть решение на ФОПДА в шапке форума, ссылку оставлю, постараюсь оставить в описании. Мол, создайте новый аккаунт, типа Xiaomi, как бы. А зачем мне это надо, создавать новый аккаунт, если у меня как бы старый, у меня вся синхронизация сотрется? Зачем мне это надо? То есть я сейчас на данный момент, вы видите в настройках, точнее видите здесь где-то на экране у себя, о том, что я просто тупо не могу в течение уже полудня настроить банковскую карту. Почему я должен купить этот за 4000 и страдать, вы мне скажите? Друзья, ну вот, собственно, браслетик Mi Band 4 с функцией NFC. И если честно, после того, как я снял те кадры, которые вы только что увидели и посмотрели, прошло более 6 часов. Все это время, ну, естественно, с перерывами на свои дела, я пытался что-то делать и пытался настроить самую главную киллер-фичу этого браслета – это оплата банковской картой. Итак, сейчас я, чтобы не запалить карту, у меня есть вот карта, это MasterCard, вы видите, это MasterCard, все нормально. И, собственно, я не могу этого сделать. Я не могу сделать по одной простой причине. Не удается подключить. Первое. Если у вас старый добрый Mi аккаунт, которым вы пользуетесь уже 50 тысяч лет, то забудьте про него. Вам надо заводить новый с регионом России, иначе у вас вообще не получится привязать карту. Вы просто не сможете открыть пункт с настройками в районе банковской карты в приложении MiFID. Единственный вариант — это создать новый аккаунт, что я в принципе и сделал. То есть я пошел на поводу у компании Xiaomi и у российского представительства и, соответственно, сделал так, как они хотят, потому что другого варианта и другого решения вопроса просто быть не может на данный момент. Если вы видите ошибку, которую я вам описываю, не удается получить данные, и, соответственно, не получается даже запустить процесс привязки карты. Карта MasterCard, банк Яндекс.Деньги, все нормально, все должно быть без проблем, но нет. Компания Xiaomi просто ссыт нам в уши и говорит, что извините, мальчики, девочки, давайте-ка вы новый аккаунт создадите. Да пофиг, что у вас как бы может быть одна или две почты, и вы обе эти почты уже использовали, у вас, допустим, есть аккаунты, привязанные к этим почтам, заодно заведите и почту. А если у вас один номер телефона, так ничего страшного, сходите купите другой. Если вы хотите завести это все через, зарегистрировать через мобильный номер телефона. Это как бы не наши проблемы, говорит компания Xiaomi вместе со своим российским представительством. Это такие, ребята, геморрой. То есть мне, вот зачем мне ловить нервяк, испытывать всю вот эту проблему, испытывать все эти геморрои с подключением, которые в итоге я не подключил. Но у меня есть одна додумка, которую я вам озвучу сейчас чуть позже. Но это не мои должны быть проблемы. У меня есть карта, у меня есть браслет, который стоит как бы, ну, для фитнес-трекера, как бы, ну, достаточно высокие деньги. Я могу купить 2-3 таких браслета за те деньги, которые непосредственно я заплатил. 3500 рублей, и на руках браслет, который вот на протяжении целого рабочего дня я не могу настроить MasterCard и оплату банковской карты. То есть первая причина: вам надо завести Mi аккаунт с регионом Россия. После этого вы сможете через приложение MiFID запустить настройку, привязку банковской карты MasterCard тех банков, которые пока что договорилась компания Xiaomi в России. Но даже после этого просто ничего у вас не получится. Мне кажется, наверное, для того, чтобы произошло подтверждение, сумма на карте должна быть там, ну, к примеру, там больше, по крайней мере, 100 рублей, да, что рандомно списывается какое-то количество денег, как бы, и потом типа возвращается в качестве подтверждения. Не знаю, может быть, связь с банком не та, может быть, просто давление на улице не то. Я не понимаю, может, погода не та, чтобы он сегодня мне разрешил пользоваться и настроить это все.
ну, просто ничего не проходит. Единственное, еще раз говорю, на что я грешу, это просто у меня сейчас на Яндекс денег нету денег, как бы там 3 рубля 45 копеек, как бы, ну, карта моя, телефон, если надо, так пришлите смс-ку, сделайте как-то это так, чтобы я не страдал. Почему я должен приобрести браслет по завышенной цене? Это первый момент. И второй момент, я не могу его подключить ни к той же карте, которую условия, как бы, я знал, что нужна карта MasterCard, я знал, что у меня есть, допустим, Яндекс.Деньги, банк. Но я вот это все дело приобрел и нифига как бы не получил. Как это понимать? А никак это не понимать, друзья. Вот у нас есть, так, у нас здесь пульс, вот у нас есть карты. Откройте приложение MiFID, чтобы это все дело у нас заработало. Нет, друзья, MiFID у нас не будет работать. Я пытался несколько раз, 3-4 раза. Это уже после того, как получилось вообще начать настройку. То есть меня компания Xiaomi в России заставила завести новый аккаунт. Хорошо, у меня так случилось, что у меня есть второй номер телефона, я зарегистрировался на него. Но почему я должен об этом думать? Почему другие пользователи должны об этом думать? Почему должны лезть на форум, искать куда-то, лезть на YouTube, искать какие-то ролики? Почему это происходит? Вот объясните мне. Меня бомбит не по-детски. Я пытаюсь сейчас это все дело вам объяснить без матерных слов. Но если честно, мне дается это очень с большим трудом. Потому что ничего, кроме мата и вот этого вот обоссанного браслета, который все хвалят. Браслет может сам по себе не виноват. Но программное обеспечение и запуск такого большого проекта, как оплата, фитнес, у вас кошелек на запястье. Нахерасти у вас кошелек. Вот на самом деле... В жопе, понимаете? В жопе у вас кошелек. У вас настройки через жопу. У вас условия через жопу. Почему вы не консультируете? Почему вы тем блогерам, которым вам заслали, вы заслали на рекламу, там заплатили, не заплатили? Это ваше дело. Как бы я очень хорошо и положительно отношусь к рекламе. Так вы скажите, чтобы люди перед покупкой подготовились к этому, чтобы они не тратили время. Вы скажите, друзья, ваши старые аккаунты Xiaomi, которым 500 тысяч лет, работать на российской версии Mi Band 4 с NFC не будут. По крайней мере, функционал карты не будет. Почему вы этого не сказали? Вы никому об этом не сообщили. Почему я должен лезть на форум ФОПДА и только там узнавать о том, что ваш же браслет не работает? И для того, чтобы решить эту проблему, надо сделать то-то, то-то, то-то. Что я вам и сказал. Надо завести новый Yokolemene аккаунт с российским с регионом Россия. Почему я должен забыть про старый? Почему я должен его удалять, не удалять? Проводить вот эти манипуляции, которые я проводил, которые вы видели сейчас или видите сейчас на экране. Я не понимаю. Вот этот кусок пластика стоимостью 4000 рублей меня бомбит, реально бомбит. Просто я не могу уже 6 часов этого сделать. Почему? Почему? Объясните мне. Почему я покупаю, допустим, я не знаю, там, да не надо Apple Watch брать, там, Galaxy Watch. Я беру, либо мне его дают в подарок при покупке, если покупаю дорогой гаджет, либо я покупаю там отдельным продуктом. Я беру, одеваю на руку, и просто все автоматически, это все настраивается, и все, больше ничего делать не надо. Почему меня компания Samsung или компания Apple не заставляет завести новую Apple ID или Samsung ID для того, чтобы я туда завел карточку? Так, блядь, не... извините, пожалуйста, за слово за это. Так не просто карточку, а определенно... Ладно, я согласен с этим. Меня как бы предупредили, что только MasterCard и только определенные банки. Когда все знают, что полстраны сидит на Альфе и полстраны сидит на зеленом банке, на Сбере. И еще там какая-то часть там, в основном таких как бы людей, которые, ну, доверяют как бы Тинькову, сидят на Тинькове, у Тинькова как бы вот MasterCard. Ну вот у меня, мне повезло, у меня типа есть Яндекс.Деньги, есть карта от Яндекс.Денег, эмитент банк этот MasterCard. Бог с ним, ладно, об этом меня предупредили. Но зачем мне в течение 6 часов, я убил день, я сегодня его купил в 12 дня, и до сих пор я не завел туда карточку.
Может быть, потому что у меня там денег не хватает. Так этого нигде не написано. Почему у меня в настройках не пишется? Убедитесь, чтобы на вашем счете будет списана, допустим, там рандомная сумма от рубля до 10, к примеру. Или там от 10 до, от рубля-то до 100 рублей. И моментально типа вернется для покачки. Это я уже додумывать должен, что как бы, ну, на примере там ранних каких-то технологий привязка карты там типа списывается. Или там какие-то сервисы для того, чтобы убедились, что эта карта ваша. И что она типа активная, списывают там рандомную сумму и сразу же типа возвращают. Друзья, меня на самом деле бомбит очень-очень-очень сильно. И я вот до сих пор, условно говоря, у меня на руках вот этот браслет, у меня на руках то, что вы видите сейчас. Первоначальная настройка, второстепенная настройка, перенастройка, удаление всех данных. Почему я должен об этом думать? Друзья, скажите, зачем мне это? Короче, компания Xiaomi, почти, по крайней мере, российское представительство, которое очень сильно распиарило Mi Band 4 с функцией NFC, просто обосралось в моих глазах просто поносящим таким, что, друзья, 15 тысяч раз подумайте. Вот просто подумайте, нужно вам это, смотрите, доработки, недоработки, да проще его за 1300 рублей взять с Алиэкспрессика по ссылкам в описании, без всяких NFC как бы и без всяких этих чигирей непонятных, и просто пользоваться как фитнес-трекером и не думать об этих банковских картах. Да, технология удобная, она должна быть простой, она должна отскакивать от зубов просто разработчиков. Вы пилили, 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 вы нифига не допилили, вы не допилили вообще ни до чего, ни софт, ничего. У вас это все, у вас даже картинки дерганые, у вас даже само приложение дерганое, вы просто обосрались, вы понимаете, просто обосрались. Я не понимаю, что должно происходить, меня бомбит, я говорю, я не могу привязать карту этого, к этому браслету точнее. Не удается привязать карту. Обратитесь к нам, и список открывается, веб-страница со списком, блядь, офисов, с Гонконгом там, еще с чем-то. Да на кой хер мне это надо, да? Вот, хорошо, ладно, я более-менее разбираюсь в гаджетах, я, ну, хотя бы на каком-то уровне выше обычного пользователя, который просто приходит какая-нибудь женщина, там, учительница или медик или еще что-то, приходит просто в магазин, о, увидела рекламу, увидела на YouTube или где-то там проскочила Mi Band, как бы, вот хочу с NFC. Да, конечно, в связном продали, в MVideo продали, там еще где-то продали, везде, где продается этот браслет с Эльдорадо, не в Эльдорадо, без разницы где, да, взяли по акции, не по акции, купили, пришли домой, так, у меня карта мастер, у меня там 6, там 8 банковских карт, и там одна или две у меня есть мастер-карт, привяжу-ка я их, подходят, подходят, ага, а аккаунт, ну ладно, у меня типа, вот у меня смартфон Xiaomi, я аккаунт уже завела 3 года назад, как бы, или завел, и чё, и я такой его ввожу, а у меня, извините, ошибка данных, незнающий человек побежит выклевывать мозг продавцам-консультантам в MVideo, которые ни хрена не понимают, просто больше, чем, я не знаю, они вообще ничего не понимают. Они понимают только, как им пробить чек или там еще что-то, завести какую-то позицию, блядь, в 1С-ку. Больше они ничего не понимают. Они такие, ну, сдавайте на диагностику 45 дней, как бы. И человек такой, ну, ладно. Любой обычный пользователь просто столкнется с рядом проблем. Это, ладно, современная молодежь, еще кто-то пойдет на YouTube, найдет этот ролик или другие ролики, пойдет на форум, почитает. Как вот сделал я, например, почитал и понял, что надо. То есть у меня компания Xiaomi обязует, блядь, завести новый аккаунт с регионом Россия. Для чего это? Почему не нажать где-то там галочку при разработке софта, который будет этот конфликт убирать? Почему я должен вот этой хератиной, я должен просто страдать? Вот я страдаю целый день, я заплатил 4 рубаса, 3,5, да, там, условно, 500 баллов, это все тоже, все-таки деньги. Я мог сковородку, блядь, пойти тефалевскую купить и блины себе пожарить, чем 500 рублей на вот эту шляпу потратить, как бы. Скидки, я имею в виду, 500. И что получается? А ни хрена хорошего не получается. Получается, что запуск у нас в конце июня, с 18 июня, на дворе 20-е, свежекупленный браслет с новой ошеломительной функцией. У вас кошелек на запястье, в жопе, блядь, у вас кошелек. У вас больше нигде ничего нет. У вас обычный Mi Band через жопными настройками.
может, я дурак, может, лыжи не едут, но вы все видите на экране, друзья. Вы все видите на экране. И заведен аккаунт, еще что-то. Единственная у меня проблема, это может быть конфликтом, что он запрашивает сумму для списания. Ну почему меня об этом не предупредили? Почему это не написано ни в каком пользовательском соглашении? Почему мне об этом не написано и не сказано там вашими любимыми блогерами, которые это рассказывают? Никто, блядь, вам не сказал вот этой вот, можно сказать, голой, блядь, правды, что на данный момент, на июнь месяц, карты привязываются с большим геморроем. Каждый второй, почитайте форум, каждый второй браслет, если не каждый вообще браслет, я не знаю, проходит, не проходит, может быть, только свежесозданные аккаунты проходят, которые, допустим, человек купил там смартфон Xiaomi, там, условно, в январе 2020 года, да, и, или там, да без разницы, и зарегистрировал на регион России, может быть, только эти. Все старые аккаунты просто в жопу запиханы, потому что у них конфликт интересов, или конфликт ПО, или конфликт еще что-то. Друзья, в общем, шляпа, вообще шлепень. Шлепень не сам браслет. Браслет охеренный, он выполняет свой функционал. Но люди, не люди, разработчики, которые контролируют, ведут этот как бы и запуск, и приложение, и все, и вроде как все хорошо в России, там первый ёшкин-матрёшкин, первый фитнес-трекер с NFC, которым вы расплачиваетесь у себя в Макдональдсе. Ни хрена вы не расплатитесь с этой херней, потому что у вас будет куча проблем для регистрации карты. Напишите свое мнение в комментариях. Прав я, не прав? Если не прав, то почему? Что я сделал не так? Может быть, надо кинуть денег мне на Яндекс.Деньги? Кошелек, кстати, прикреплю. Если что, скиньте мне, чтобы у меня прошла синхронизация. Но я, конечно, сам могу закинуть себе там сатыгу там, или еще что-то. Дело не в этом. Дело в том, что я должен об этом как пользователь думать. Ёшкин кот. Вообще не понимаю, понимаете? В общем, вот такое бомбящее видео. На самом деле, вот это все у меня, вот так оно как есть на сердце, на душе, я так и сказал. В жопу проект Mi Band 4 с NFC, пока он не будет доработан, по крайней мере, софтово, для того, чтобы этих проблем не было. Потому что обычный пользователь, обычная женщина или обычный мужик, работяга или еще кто-то, или там студент, которому пофиг на все эти технологии, ему надо, чтобы у него на руке была дешевая фигня, которым он будет расплачиваться в метро и в ближайшем перекрестке. Нет, не будет, потому что он просто и не сможет туда завести эту карту. Пиши, Дональд Дак, ставь лайк или дизлайк, ну и смотри другие мои видосики про электротранспорт, про самокаты, они более интересные, спокойные, размеренные. Скоро увидимся, пока.